Автоматонофобия – это боязнь статуй. Это довольно редкая фобия, но когда неживая статуя начинает оживать, я думаю, что у кого угодно появится страх. За последние года много появляется записей видео по всему миру, где статуи каким-то чудом оживают. Двигают головой, рукой, разными частями тела, моргают и даже плачут. Вы можете подумать, что это фейк. Возможно. Поверите ли вы в увиденное или нет, узнаете после просмотра всего видео от начала до конца. И у нас 16 мистических оживших статуй, снятых на камеру. А также не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где ты найдешь все шокирующие и запрещенные видео ютубом, которые не входят в выпуски канала Зомби Чез. Очевидно, что в этом китайском храме огромная статуя Гуань-инь мигает глазами, если, конечно же, верить этому видео. Иногда такой эффект шевеления век может образоваться при сильной тряске камеры. Можно заметить, что примерно на 40 секунде видео камера неподвижна, но статуя все еще моргает. Также можно услышать звон колоколов. Возможно, это явление происходит во время какой-то церемонии. Сидящая на троне статуя ростом с человека начинает следить за посетителем музея, поворачивая в его сторону голову, когда он проходит мимо. Давайте посмотрим на это странное движение головы. Вот статуя слегка смотрит в сторону, а вот когда посетитель прошел мимо нее, голова статуи повернута уже совсем в другую сторону. Говорят, что эта статуя неоднократно двигала глазами. Тысячи людей собираются в этом месте, чтобы собственными глазами увидеть чудо, а может даже просто фокус, но тем не менее. Также можно заметить, что двигается левая рука. Почему люди верят, что эта статуя ожила? Потому что она сделана из глины и никак не может двигаться без мистики. Статуя протыкает другую статую трезубцем посреди ночи. Сложно поверить в правдивость этого видео, но оно все равно заставляет задуматься и появляется куча вопросов. Возможно, это какие-то видеомонтажные спецэффекты или что-то подобное. Особенно странно то, что в камера видеонаблюдения выключается сразу же, как статуя протыкает трезубцем другую статую. Но чтобы поверить в реальность этого момента, нужно самому лично это наблюдать. Думаю, одним удивлением не отделаться. В храме Шринитья удалось заснять видео с помощью камеры ночного видения, как статуя Саи Бабы зашевелилась. Ловким движением плечами статуя скидывает с себя украшение, висевшее на нем. Что вы об этом думаете? На этом видео мы снова видим статую, которая двигает глазами. До 12 секунды видео у статуи почти закрыты веки, и когда автор этого видео включает освещение, статуя явно открывает глаза. Опять же таки, возможно, это вновь правильно подобранный ракурс камеры и создается такой эффект, но все же здесь статуя явно открывает глаза. А как думаете вы? Статуя Иисуса Христа в церкви неизвестного места чудесным образом оживает, открывая глаза. Некоторые называют это настоящим чудом для всего мира, пойманным на камеру. К сожалению, настоящего происхождения и описания данного видео мне не удалось найти.
Это видео было записано в 1992 году. Удивительно то, что ни один эксперт за столь большой промежуток времени не смог найти правдивые доказательства того, что это может быть видеомонтаж. У человека, который записал это видео, даже взял интервью новостной канал. Мистическое явление произошло в небольшом вьетнамском поселке летом 1985 года. Около 250 тысяч человек приехали в эту деревню, а все потому, что местные жители утверждали, что видели, как статуя Девы Марии двигалась по обочине дороги. Некоторые и вовсе говорили, что статуя парит в воздухе. Деревенский слух привел к тому, что новость разлетелась моментально, и некоторые люди стали приезжать к статуе как к святыне. Подобные наблюдения были по всему Вьетнаму, из-за чего 1985 год стал годом движущейся статуи. Статуя сейчас вернулась в нормальное состояние и больше не двигалась, но чудо это или нет, выяснить пока не удалось. Эта статуя двигалась, пишет автор видео. Вроде как можно заметить, как мраморная статуя двигается. Большая часть людей согласна с этим. Спустя 45 секунд этого видеоролика статуя Белоснежки похоже, что слегка качается, если внимательно присмотреться. А ты что здесь видишь? Пиши в комментариях под видео. Фигурка высотой около 25 сантиметров являлась даром божеству загробного мира Сирису и датируется примерно 1800 годом до нашей эры. В здании Манчестерского музея она находилась около 80 лет, но задвигалась только сейчас. Причем, что интересно, эти пируэты статуя выписывает только днем, как бы отворачиваясь от надоедливых посетителей. Движение статуи, которая стоит в стеклянной витрине древнего экспоната, были записаны камерами наблюдения. При этом на ролике видно, что к статуе никто не прикасается. При ускоренном воспроизведении записи можно заметить, как высеченная из камня фигурка медленно, но неуклонно вращается на месте вокруг своей оси. В церкви Санта-Ана в мексиканской деревне во время пятничной мессы у 300-летней статуи Иисуса Христа зашевелилась голова. Многие прихожане восприняли произошедшее как чудо. По мнению одной из свидетельниц, Иисус таким образом пытался что-то сказать. На опубликованных кадрах запечатлено, как статуя Христа 19 века, которую ради пятничной мессы специально достали из стеклянного саркофага, качает головой. Если отнестись к этому скептически, скорее всего, веревки, на которых была подвешена статуя, ослабли, из-за чего всем показалось, что церковь посетил Бог. Тем не менее, это все равно прекрасное событие. Статуя Девы Марии в Аргентине. Эта статуя плакала не раз, не два, целых 38 раз. И не просто слезами, а кровью. Она принадлежит одной женщине, которая снимала это на камеру, из-за чего многие стали к ней съезжаться. Владелец статуи разрешила всем снимать на камеру эту фигуру, что привлекло еще больше людей, которые приходили, чтобы мельком увидеть это чудо. Женщина рассказала об этом СМИ, утверждая, что статуя была подарена ей после того, как она перенесла потерю ребенка, и впервые статуя начала плакать кровью в 2017 году. Женщина уверена, что статуя была способна творить чудеса, и также рассказала, что у одного человека даже исчезла опухоль после того, как он увидел кровавые слезы. Это видео было заснято человеком, который посетил одну из церквей в Америке. Мистическим и таинственным является то, что эта скульптура начала поднимать голову. Все, кто это видел живьем, думают, что это часть какого-то розыгрыша. Ну а вдруг это не так? Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях.
Статуя Девы Марии заплакала кровавыми слезами в Боливии. Чудо или обман? Прихожане одной из церквей в боливийском районе Пандо пришли в ужас, увидев, как установленная в храме статуя Девы Марии начала плакать кровью. Жидкость красного цвета была замечена в районе глаз и рук монумента. Образцы вещества отдали местным врачам, чтобы они выяснили его состав. Боливийские священники затрудняются объяснить происхождение кровавых слез на статуе. У них также нет идей, почему каменная Дева Мария вдруг заплакала. Недавно в буддийском центре Малайзии посетители наблюдали, как некоторые статуи Будд шевелили губами, моргали, двигали грудью и руками и излучали свет. Удивительное явление длилось около часа. Свидетели сообщили, что сначала они увидели, как одна из статуй Будды шевелит губами, а ее грудь вздымалась как от дыхания. Потом и другие статуи шевелили губами, а некоторые даже моргали и шевелили пальцами. Многие из свидетелей записали странные явления на сотовые телефоны и фотоаппараты, а потом выложили в YouTube и Facebook. На одной из записей видно, как от свастики на груди статуи Будды несколько раз исходил свет. На другом видео позади статуи Будды появляется синий свет. Еще более невероятно, что некоторые люди, которые находились в центре 27 февраля, заявили, что они не видели статуи движущимися, а на видео, которое они пересмотрели, они могли видеть, как статуи шевелят губами. Другие видели, как у статуи движется лицо, но на их записях это не отразилось. Некоторые пытались объяснить движение статуи Будд как коллективные иллюзии членов буддийского центра. Но на сегодняшний день никто не в состоянии объяснить видео, на которых видны движущиеся статуи Будд. А на этом у меня все. Если вы хотите продолжения, то вам всего лишь нужно написать под этим видео, что вам это понравилось. С вами был Зомби Чез. Пока.